Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Grand Survival. Так, я смотрю, у меня чувачок пить хочет. Все. Так, здесь у нас водичка. Давай, наверное, пропустим мы это все. Я уже проходил это обучение. Так, воду забрали. А, тут у меня еще и досочки. Как раз они мне и нужны. Блин, инвентарь переполнен. А здесь, кажется, тоже у нас инвентарь-то переполнен. Что будем делать? А, забрать воду. Давай возьму, наверное, воду. И бревна. Так, тряпки. Ага, по двадцатке, я понял. Спирт ведь я могу же забрать. Все. Хочу еще поставить один. Маловато мне как-то. Так, дай-ка я тут досочки пособеру. Блин, у него нет места в инвентаре. Ну, естественно, конечно же. Откуда у нас могут быть места? Так, три доски. Три доски в кармане, да? Значит, это выложим бревно. Гарпун все равно пока не работает, тоже выложим. Хранилище, конечно, так себе, если честно. Первого уровня, что ты хочешь? Что у нас тут горит? Сюжет. Так, сбор металлолома. 20 штук. Так, Рио сообщил, что ему срочно понадобился хлам. Прежде чем отправиться ему на выручку, мне стоит собрать этот ресурс с ближайшего острова. Ржавый атолл. Так, починить гарпун. Значит, нам нужны доски, блин, слиток железа, гвоздей целая куча и улучшение плота. Сделать хранилище. Вот хранилище-то мне как раз и нужно сделать. Дай-ка я пойду хлам половлю. Вот это, конечно, обалденный плюс, что тут рядом плавает всякий хлам, который мы можем просто собирать с нашего плота. Пластик вот этот, например, да? Это, конечно, обалденный плюс, потому что во многих играх такого типа тебе все равно приходится высаживаться на какой-либо остров и там уже начинать искать это все. А тут, смотри-ка, все прямо у тебя под ногами, так сказать, проплывает. Так, спиннер, листья. Листья нам пока, наверное, тоже не нужны. Рыбу, в принципе, можно захомячить. Сейчас будет. Давай, наверное, так и сделаем. Соединим ее здесь. Вода, шоколадки, пластик. Сюда. Тряпки, я думаю, тоже пока выложим. А это что у нас такое? Семена джута. И закажем, наверное, мы еще. А это что такое? Ага, это наждачка. Для того, чтобы сделать прочную доску, нужна даже наждачка. Давай, 10 досок я заказал, ребят. 3 минуты 56 секунд будут делаться. В принципе, это недолго. Пластик, бревна, все это забираем. Тут еще какие-то задания для новичков есть. Так, хлам собрать. Нет, это не то. Запчасти гарпуна. Ну, гарпун в любом случае нужно починить, потому что акула рано или поздно, она все равно придет сюда. И... Слушай, знаешь, что я забыл? Я забыл, как у нас делается расширение нашего плота. Это вроде бы нужно за верстак вставать или... Черт, я забыл. А, вот. Построить, выберите. Вот, расширил. Опа, тихо, тихо. Да ну все, хорош, блин, там сундук какой-то плывет. Хочу забрать его за рекламу, да, наверное, как всегда. Почему-то я его не могу взять. Картофель даже нашел, прикинь. А почему вот это-то не могу взять? Исчез. Сейчас промокну до нитки. Тебе что, это удивляет, что ли? Награда за стойкость получил. Ну, давай заберу я эту награду. 4 дыньки. Даже так, кусочка дыньки. Еще один сундук. Вот этот можно взять? Слушай, надо брать. Так, сырая кожа. Это все получили. Ну что?
Гарпун мне в любом случае сейчас пока не починить. Как-то не крути. Доски нужны. Нам нужен слиток железа. Нитки. Слушай, ну чтобы слиток железа, нам 100% надо. Может быть, верстак вот этот починить. Два слитка железа. Вот где я возьму вот эти вот трубы, да, или как-то. Резиновая трубка, ну правильно. Так, а у нас здесь, смотри, что еще можно сделать. Это ограждение. Это шалаш. Кстати, а почему я шалаш не делал? Прочность 25. Я ведь могу же его сделать? Вроде бы как все. Выберите конструкцию на плоту из списка ниже. Вот это немножко непонятно. Из списка ниже. То есть почему-то палатку я построить не могу. Она закрыта. Видимо, еще уровень маловат. Все, я понял. Так, ну что же, тогда мы, наверное, создать рекомендуем. Я могу построить. Я могу построить. Давай вот сюда, вот рядышком. Задание выполнено. Тот и оно. Так, опять мой чувачок хочет пить. Я что, воду всю выложил, что ли? Так, доски уже почти созрели. Так, давай-ка мы возьмем с тобой питье. Блин, постоянно вот это путаешься. Да, он действительно хочет пить. По фуке тогда заполним все это ему. Так, с водой вроде бы проблем нету. Доски готовы собрать. А это я только одну доску сделал. Ты серьезно? Нет, 4. Так, тут картофель. Вот эти вот, наверное, мы тоже выбросим. Потому что морковки всякие, сырая кожа. Это пока нам вообще не понадобится. Я тебе точно говорю. Всякие семена кунжута, блин. Или джута. Ну, если мы еще с тобой, например, одну, скажем так, один этот построим, будет неплохо. Один ящик еще. Тогда у нас будет больше места для хранения наших ресурсов. Так, а чтобы его сделать... У нас все для этого есть. Построить. Вот сюда еще один поставим. Все. Так, мы задание выполнили, значит, мы можем получить награду. Так, сделать молот. Не хватает костыля 2. Сделать гриль. А вот это что, это пластик какой-то? Пластика-то у меня пока нету. Но зато теперь у меня, ребята, 3 ящика, в которых я могу все нормально раскладывать. Так, ставим сюда бутылки. В плане, подожди, у меня же есть... Пустых бутылок у меня нету. То есть, если мы выпиваем воду, у нас бутылки исчезают. Значит, мне теперь еще придется и бутылки делать. Блин, может быть, нам плот еще чуть-чуть расширить, а? Вот здесь хотя бы. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Так. Че, не хватает пластика, не хватает древесины. Это ерунда. Сейчас все, хлам, бревно. Интересно, если ты далеко уплывешь, акула на тебя нападет? Доска, иди сюда. Да как где? А, вот. Нет, это я не буду. Тут предметов много дается, но, ребята, они рандомно выпадают. Тут может выпасть одна кожа, может выпасть тебе, конечно, что-то полезное. Но время на это тратить мне не особо хочется. А что у нас тут-то?
Нет, чтобы дали что-нибудь бесплатное, да, в подарок. Нет, нифига, зачем? Зачем начинающему выжившему, да, что-то давать в подарок? Даже листья тут плывут. Level up, ребята, я получил... Ага, новый рецепт, это отмычки. А помнишь, нам где-то надо было отмычки? Чтобы там открыть. Я помню, что было где-то. Ну вот, плотик немножко мы расширили. Все как бы хорошо. Блин, ну конечно, вот то, что по одной досочке забирать, это вообще не айс. Давай честно скажем, да? Я заказал их 10, вот делай сразу их 10. Нет, он по одной клепает. Ну что, давай. Так, показывают нам тут. Угу. Что мы с собой открываем? Отмычки. Да, действительно, бутылки теперь надо самому производить. Ну хотя бы он их быстро делает. Он их быстро делает, и мы их быстренько сейчас еще. Вот так вот. 5 бутылок с водой, короче, сделаем. Пускай они тут наполняются. Ну что, я думаю, сейчас проверим наше состояние здоровья. Сделаем себе, у нас есть, да, пока еще чем драться, если что. А с едой у нас, да, все с едой как-то плохо. Так, тут нужны вот эти вот детали. В общем, я предлагаю сплавать на какой-нибудь остров и там уже поискать что-нибудь для нас полезное. Так, еду, наверное, оставим все-таки себе, мало ли там что. Так, где у нас карта? Давай смотреть, что у нас по карте. Где у нас, какие новые места доступны? Так, остров самолетом стал доступен для посещения. Опа. Так, тут пластик, тыква. Давай поплывем сюда. На этот раз я его полностью, наверное, надеюсь, смогу обчистить. Тем более, 19 минут осталось всего лишь. Ё-моё, через 19 минут самолет этот исчезнет. То есть, как бы, вот такое вот малое количество времени это тебе доступно. Да, с этим ножичком мы будем 3 часа мотокрабов этих бомбить. Так, ну что там у тебя хотя бы, давай посмотрим. Тряпка, наверное, какая-нибудь. О, клешня. Блин, ребят, их тут дофига. Фиг, не придется драться. Да давай ты дерись. Да что ты... Вот это меня раздражает прям. Бинты есть, слава богу. Да куда ты все тянешь? Ему вот надо обязательно на второго, что ли, напасть, блин. Давай, давай, закалывай, закалывай, закалывай его. Сейчас мы их подобьем. Все. Что там? Ну, у них, как всегда, тряпки, наверное. Естественно, только лишь тряпки и есть. Вот тут, по-моему, нам нужна отмычка. Нет, ничего не надо. Забираем. Заражен. Блин, ну ты посмотри, сколько их там, а. Давай хотя бы с этим разберемся. Аптечка так мало восстанавливает здоровье. Ё-моё, этот бинт точнее. Ладно, там ткань вроде бы есть, но если что, мы сможем их наделать, этих аптечек. Так, ну что у вас, ребят, вообще... Опа, это что? Это морковь. Так, забираем эти все тряпки, потому что для бинтов они как раз нам и необходимы. Ну давай, иди сюда, давай по одному хотя бы, что ли, их будем вызывать. Самое обидное, что здесь нету автобоя. То есть ты нажал, и он сам бьет. Нет, он, ребят, надо постоянно кликать, чтобы он бил того же самого зомби. Давай, иди сюда. У меня в инвентаре место есть, пока еще есть. Да и оружие, конечно, так, награда за стойкость. И оружие, конечно, трындец у нас. Как-то... Этот... Заточка, самотыки. Куда ты бежишь-то? Я же хотел
проверить вот этого зомбаря. Так, дай-ка я тут гляну. Ой. Он постоянно будет, да? Да ты издеваешься, что ли? Ё-моё. Смотри. Не знаю, это оружие или не оружие. Это не оружие. Ну давай что-нибудь создадим хотя бы, я не знаю. Сейчас досоздаемся, блин, да? Что, мне уплывать что ли отсюда? А, он меня еще и поджег. Да. Опа, лучше... Блин, копью, конечно. Конечно, у нас не хватает даже на... заточку, блин. Я даже топор не могу сделать. Блин, а он там ходит. Зря я сюда, конечно, пошел. Без оружия, без всего, блин. Мне не справиться, я здесь все потрачу. Ладно, ребят, я, короче, сваливаю с этого острова. Блин. Офигеть, я думал, что заточка самый примитивный этот. И можно будет все, что хочешь сделать. Ну, как бы, видишь, как бы не так. Ржавый атолл. Каучуковая ферма. Так, плот. А мне нужно... А я могу сюда же поплыть? Ржавый атолл. Я пойду на плот. На свой обратно плот. Почему, ребят, на плоту? Ну, во-первых, нужно сделать оружие. Элементарное какое-нибудь. Сколько он еще будет, этот островок? 14 минут. Так, причаливаем. Причаливаем, делаем сейчас какое-нибудь, я не знаю, оружие. А по-моему, если я сейчас обратно приплыву, то вроде бы придется все заново, да? Создать, давай смотреть. Два, блин, два металлолома не хватает. Это чтобы сделать копье. Металлолом я вряд ли тут найду. Тут только древесина и пластик у нас плавает. И причем мне дали вот эту штуку, а я до сих пор плаваю почему-то на лодке. А не вот на этом агрегате своем. А-а-а, этот агрегат еще нужно починить. Да, понятно. Я-то думал, что он не плавает на нем. Вот поэтому-то он на нем и не плавает, что не работает. А что это такое? Бритва. Ценится торговцами. А что, без металлолома я никуда, ребят, не смогу. Поэтому поплыли в атолл. Или в какой-нибудь близлежащий. Например, вот ржавый атолл. Сейчас посмотрим, что у нас тут можно будет найти. Ну, естественно, зомбари будут шоркаться везде. Так, это что такое? Это обычный краб или это какой-то... Или это какой-то гигантский краб? А тут что такое? Ну... Ох ты! Ну-ка проверим. Это обычный краб. Я думал, что он просто какой-то гигантский, но нет. Сейчас я его тогда замочу. Ты видел, как я там переплывал? Акула щеманула. Ничего интересного, здоровски.
Да я хоть полено заберу, что ли. То есть на этом ржавом атолле, я смотрю, везде... Увидел. Собрать хлам на острове Ржавый Атолл. 20 штук. То есть вот здесь вот мне нужно хлам собрать? Окей, 20 штук. Ничего интересного. Ну-ка, что тут? Так, зараженный мертвец где-то. Слушай, вот по идее вот это должен быть хлам. Мне почему-то кажется, вот он валяется. Че, он меня увидел, что ли, бежит? Нет? Так, забрал здесь. Ага, вот. Блин. Слишком часто дождик здесь, я смотрю. Слишком часто что-то льет. Все, у меня бинтов больше нету. Давай бей его, бей пощечинами. Что у него там, тряпка, как всегда, да? То есть, подожди-ка, вот эту бочку что ли я могу взять? Рекомендуется, что вот этот молоток, чтобы ломать бочки. Блин, мне не хватает железа. Да что? Смотри. Вот если он в таргет взят, все, ребята, я не могу ничего искать, прикинь? Вот это, конечно, бред. То есть я не могу подобрать вот этот металлолом, который здесь валяется. Потому что тебя взяли в таргет. А вот теперь можно. Да куда ты? Хлам. Вот теперь я смогу, наверное, создать себе этот... молоток ржавый. Так, теперь бочки эти могу ломать, да? И что из этих бочек будет? О, хлам плюс 5. А в домик в это можно зайти? Топор теперь нужен. А мы же здесь были, по-моему. Что там я вспоминаю? Опа. Давай, иди сюда. Сейчас молотком. На, слушай, молоток, смотри, как бомбит. Правда, перезарядка у него. Офигеть какая, но зато он бомбит так бомбит. Так, здесь мы сейчас проверим все, поиск. Опа, гвоздик нашли. А здесь что? Ну, неплохо. Так, требуется отмычка. Вот я тогда и говорил, что нам где-то мы... Увидел, что ли? Бежит. Почувствовал, блин. Нет, не почувствовал. Блин, инвентарь переполнен. Слушай, я думаю, что вот это, наверное... Что, это можно есть, что ли? Точно. Давай, ешь рыбу. Добираем. Блин, костыль. Инвентарь переполнен. Мне костыль этот нужен. Я, наверное, выкину вот это пока. Или использовать, съесть. Выкинем. Эти семена. Еще не скоро у нас появится огород, грядки. Так, завершить, да? Значит, нам нужно выполнить задание первого ранга. Остается только создать гриль, и мы получим с тобой вот эту вот награду. А почему вот это закрыто? А, это чисто покупать только. Ну иди сюда, я тебе сейчас по башке настучу. На. Что там у тебя сломалось, я не могу понять. Вроде бы молоток на месте. Что у тебя там сломалось? Непонятно. Энергии маловато, 37 всего лишь. Так, а вот их... Блин. Давай ты бомби по нему.
Все, распластался. Так, 15 хлама забрали. 15 хлама. Так, вот она, бочка еще одна стоит. Давай ее бомби. Тук, тук, тук. Задание выполнено. Так, посетить отель Shell Beach. Подожди-ка, а где тут проплыть-то? Я уже Ой-ой-ой, прям рядом тут плавает. Оп. Как я круто, да? Сейчас мы здесь тоже Блин, по-моему, этот краб здоровее выглядит, нет? Да куда ж ты на него побежал-то? Ой, дурачок. Нет, ребят, это обычный мотокраб. Так что разбомбим его. Мы уже в труселях в одних бегаем. Левел ап, шикарно. Новый уровень получил. Чего там? Топор поломался. Точнее, молоток. Рюкзак трещит по швам. Нужно больше места. Так, картошечку используем. Так, тряпки, морковь. Морковь, наверное, тоже используем. Нельзя ее использовать. А это что такое? Вот, перекусил. Это все. Ну ладно, картошку тоже заберем. Ага. Да твою ты. Вот ты тугой-то какой. Ему нужно обязательно оббежать, чтобы ударять именно со спины. Или что он там хотел сделать? Так, здесь забрали. Ломай, 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 давай. Так, хлам плюс 5. Хлам плюс 5. Деревяшку забери. И вот это тоже подбери. Так, а там у нас типа причала, что ли? А, так это... Мы просто-напросто оббежали. Ладно, фиг с ним. Я думаю, что нам нужно двигаться дальше. Задание мы это выполнили. Так что поплыли отсюда. Куда нам надо идти? Отель Shell Beach стал доступен для посещения. Вот сюда-то мы и поплывем. В отель Shell Beach. Это же там сидит чувак, по-моему, да? Который нам давал задание. А здесь что такое? Купить. У меня нет монет. Блин, где вот эту штуку взять? Материал для станков. Непонятно, я не смогу гриль сделать без нее. Опа, нифига тут отель. Эй, ворот, мне нужна помощь, надеюсь, ты не из робкого десятка. Нам нужно встретиться внутри отеля, это будет непросто. Не удивляйся, но для начала тебе придется осушить бассейн. Позже узнаешь причину этого странного задания. Осушить бассейн можно только в насосной, повернув вентиль. В насосную можно пробраться через южные номера. Сейчас я открою ворота, будь осторожнее, отель кишит этими тварями. Да ё-моё, порадовал ты, блин, меня. Отель кишит этими тварями, я уже вижу. Давай накумарим, наверное. Так-с. Листочки, нужны ли нам эти листочки? А я что, заражен, что ли? Да, он меня заражает. Вентиль, вентиль, вентиль. Блин, мне бы копье сделать, и все, и было бы... Теперь не хватает доски.
7-9, ну да, у топора, у молотка лучше. 11-14 урон, как ты видишь. Ну ладно, будем молотком бомбить. Что, заразил меня все-таки, да? Нет? Мокрый дождя не боится. Сюда мне не зайти. Награда за стойкость. А где он сказал вентиль? Через южные номера, он говорит, можно пройти, да? Ключ нужен здесь. Так, вот тут, походу, надо проходить. Ёпарсоте. Он меня увидел, идет ко мне. Что, оба увидели, что ли? Как же здесь не хватает дальнобойки, а? Сейчас бы как с дробовичка бы... По щам бы ему надавал бы от души. А так вот приходится бомбить его тут. Да и со здоровьем-то, видишь, у меня как бы не очень... Все, ладно. Ну, я понимаю, что сытый, но... На. Блин, там еще один. Да вряд ли он там еще один. Там еще несколько, наверное. Набор крепыша. И что тут? Хочешь набор крепыша? Блин, еще и этот. Опа, монетки. Тихо, 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 подожди. Листочки эти... Нет, наверное. Вот морковку схаваем. Ничего себе монетка. Монетка нужна. За монетки там можно покупать всякие плюшки. Так они что, в каждом зомби, что ли, лежат? Я тут зомбарей оставил приличное количество. Ну-ка. Так, тут тряпка. Так, подожди-ка, хранилище. Вот, бинты забрали, потому что мне нужно... Ох ты, самопал у меня, оказывается, был. Так, во-первых, подожди, я взял... Или я не взял бинты? По шмоткам я вообще голожопой бегаю. Хоть бы досочку где-нибудь дали, чтобы я мог копишко себе создать. Нет, вот, блин. Почему он показывает, идти надо вот сюда? Но ключа-то у меня нету. Ключ, наверное, мы найдем там, в отеле. Вот они, аптечки, где бинты уже лежат на месте. Так, ладно, заходим. Так. Сейчас еще и молоток сломается. Да куча. Действие. Так, ну тут ломать обязательно надо. Увидел, увидел, увидел. Так, друзья, нужно создавать еще один молот. Инвентарь, говорят, переполнен. Будем тогда топором отмахиваться. Поиск. Тряпки. Жаль, его нельзя по стелсу, да, со спины. Хоп. Накумарить, чтобы не выпендривался. Так, скоро еще один уровень получим. Больше половины уже набрали. А там, смотри-ка, там шкаф у нас какой-то был. Мне кажется, его можно было проверить. Льет как из ведра. Да у вас тут постоянно льет как из ведра.
Там семечки тыквы, я смотрю, лежат какие-то. Почему доски не могут здесь дать, а? Я же разбираю вот это вот. Почему бревны? А ну-ка, дай-ка я здесь проверю. Ох ты, это что-то... Что-то новенькое. Так, обычный ремонтный набор. Слушай, что-то такое ощущение, что каким-то... И чего? Требуется ключ от ресепшн. А где его возьму тебе ключ-то? Поиск. Так. Ага. Блин, отмычка нужна. Подожди, подожди, подожди. Ну ведь мы так не договаривались, блин, зачем? Где мне теперь найти ключ? Ключ от ресепшн. Хм. Вот это что такое лежит? Показывается. А, это просто что-то типа труп. У трупа просто тряпочка. Туда мне не пройти. Так, подожди, а где же? Неужели ключ в сейфе? А чтобы сейф открыть, нужна отмычка. Так, чтобы сделать отмычку, что нужно для этого? Угу, создаем. Блин. Переполнен инвентарь. Выкидываем, короче, эти тряпки. Я думаю, две достаточно будет. Пошел я, короче. Надеюсь, что действительно ключ будет там, в этом сейфе. Взлом. Чё я там получил? Это монеты. Не было там ни шиша, никакого ключа. Вот что я тебе могу сказать. Ага. Тут я просто это пугаешь только. Тут, оказывается, видишь, был еще один проход. Я его и не увидел. Они же не подсвечивают как надо. Тряпка нам нафиг, как бы она не нужна. Ты будешь открывать двери? Нет? Пока этот зомби здесь не исчезнет, ты ничего не будешь делать, да? Вон там он что-то вот... Так, ну-ка давай, хиляйся. Вон там что-то подсвечивает. А-а-а, вентиль там. Вентиль, чтобы спустить воду. А действительно, зачем нам спускать воду? Так что, может быть, в аптечке. Дайте бинты, пожалуйста. Мне нужны бинты. Желательно белые, потому что они взламывают больше хп. Ну и ладно, и такие тоже пойдут. Использовать. Использовать. Фулл хп? Ну, почти. Угу. Здесь ломаем. Там у нас мусорные какие-то. Оп, отель, да? Снаружи все четненько, а сзади все загрязнено, блин. Загажено. По-черному. Так, и вон там мы зайдем, по ходу дела. О! Надкусанный бургер. Неужели ты будешь этот бургер есть, а, мужик? Он скажет,
Война войной, а голод не тетка. Так, что это у нас тут? Что там? Акулы эти плавают бесявые прям. Раздражают. Хей, Джонни! Кто-то там кричал. Увидел, покраснел, увидел, побежал. Так, ну что, еще чуть-чуть и левел ап. Наверное, как раз вот этих вот двух-трех зомбарей завалим, и все будет тип-топ. Окей. Тогда я тебя проверю, что у тебя там есть. Тряпка никудышная. Так, это какая-то мастерская или прачечная, я не знаю там. Сейчас еще и топор сломается. Тряпки, просто тряпки. Ну, бери все, что возьмешь. Рюкзак трещит по швам. Ну и что мне теперь делать? Я не могу улучшить его. Так, а это что такое? Блин, все как бы хочется, все нужно, а места, как говорится, нету. Бургер здесь только захомячит, конечно. Ох ты. Слушай, наверняка нам пригодится эта катушка. Пластик выкину пока. Вот эта вот медная катушка 100% потом пригодится. Надо будет ее искать. Так, похоже, заблокируем. В плане, с другой стороны. А, тут вот еще. Упс, что-то сломалось, говорит. Такой дурачка врубает, как будто не знает, что сломалось. Парс, это мутокрабы. Вот чего вот эти вот мутокрабы здесь забыли, а? Вентиль. Ну возьму. А, мы сейчас спускаем воду, все, я понял. Спускаем воду. Отлично сработано. Я вижу, как вода убывает в бассейне. Когда начался этот кошмар, отель охватила паника. Я видел, как менеджер, спасаясь от мертвецов, прыгнул в бассейн, и что-то уволокло его под воду. На дне бассейна должны быть остатки, бедолаги. Обыщи их, там должен быть ключ. Этим ключом ты сможешь открыть центральную дверь в ресепшн. Ты почти у цели. Понял теперь, зачем надо было нам. Так, я там уровень получил. А что мы можем создать нового? О, наконец-то, наконец-то, ребята, первая наша, блин, броня, ёк-макарёк. И всего, что я сделал, это только шапку. Он уже ее надел. Соломенная шапка. Ничего интересного. Так, здесь тоже ничего интересного. Короче, пошли теперь в бассейн. Обыскивать бедолагу, брать ключ и идти уже в сам ресепшн. Но там я видел, краб появился с какого-то перепуга. Видимо, там в воде был, да? Я бедолагу вижу, там он лежит, труп от него. Вон он. Позеленел, чувак. Так, у меня место-то хоть для ключа есть, надеюсь. Угу. Так, стоп, а как выйти вот здесь? Ну что же, открываем. Отлично, теперь проберись на кухню. Это в северной части здания. Где-то в кухне будет заблокированная дверь. Я не могу ее открыть со своей стороны. Тебе придется убрать завал и освободить меня. Будь начеку, здесь полно этих тварей. Да их, по-моему, везде, блин, полно. Ё-моё, это... Да ну хорош. Блин, мне... Мне надо что-нибудь помощнее, а не с этим барахлом бегать-то.
Хо-хо-хо-хо, создать. Кстати, гриль можно здесь сделать. Грядки можно сделать. Грядки, гриль-то хорошо, но мне нужно вот что. 3 к защите дает. Блин. Можно как-то обойти? Он типа меня увидел, да? Или не увидел? А, я ничего не могу сделать, пока его, видимо, не убью. Ну, попробуем. Так, бинты, если что, будем использовать тогда уж. Топор, какой он медленный. Заточка быстро, но бьет мало. Какой зараженный мертвец. Просто амбалище какое-то. И вот только после этого я могу открывать двери. Так, тихо. Вода, она должна быть, наверное, здесь. Так, давай-ка посмотрим, что у нас там. Да, я хочу пить. Ага, ключ босса. Предупреждаю, я теряю терпение. И чего? Ящики. Давай посмотрим. Это у нас что, раздевалка, что ли? Опа. Бронечка, пускай потрепанная, но все-таки, ребята, бронька. Здесь тоже. Сейчас промокну до нитки. Он говорил через столовку, да? Он что-то про столовку там заикался. Блин, как же мне не хватает огнестрела, а? Сейчас бы... Тю-тю-тю-тю. С того же самого лука хотя бы. Бежит, бежит, бежит. Увидел, унюхал. Плоть человеческую. У меня один бинт всего лишь. Вот что я тебе скажу. Надо будет этих, кстати, обычных простых бинтов наделать. Тряпки вроде бы есть. Ведь есть же тряпки? Есть. И бинты создаются... Сейчас посмотрим. Инвентарь переполнен. Блин, даже бинты сделать не могу, потому что инвентарь переполнен. Отмычку выкидывать? Или что, изоленту? Да, я, наверное, отмычку выкину. Если что, успеем сделать. Все, 10 бинтов. Бинты надо поставить сюда, вместо бургеров. А бургер вообще надо съесть. Так, вот этот завал, он говорил, да? Ему не дает выйти. Вот он. Тебе удалось. Привет, спасибо за помощь. Меня зовут Рио, я охранник этого отеля. Суматоха в отеле началась ночью, когда я ненадолго отвлекся. Проснулся от шума снаружи. Что-то упало и заблокировало дверь с той стороны. Остальное я наблюдал уже через камеры. Такое тут творилось, но помочь ничем уже не мог. Как видишь, комната охраны совмещена с кухонным складом, и запасов хватит продержаться тут еще какое-то время. Мой долг запрещает мне покинуть пост в такой чрезвычайной ситуации. Тебе не затруднит помочь мне еще разок? Батарейки от пульта сели, у нашего механика должны быть. Хм, а если на складе его нет, значит он в зоне отдыха. Держи ключ от зоны отдыха. Ага, держи ключ от зоны отдыха. Он тут хорошо, я смотрю, устроился-то. Так, холодильник. Я сейчас у тебя, парень, запасы-то заберу, и ты тут долго не протянешь. Ох, ну там у него рыбка такая, жареная. Хорошо живешь, малой. А здесь что? Картошка. Так, ладно. Он нам дал ключ. Он нам дал ключ, который, наверное, нам дальше в отель дает возможность пройти, скорее всего, вот здесь вот. Опа.
Это вот механик? Слушай, что-то мне не внушает доверия. Блин, ребят, ну не иди же на него, блин, с молотком. Ты полный трындец. Самое обидное, что другого я ничего не могу сделать. Так, захомячил, короче. Теперь... А, у меня броня есть, хоть, слава богу. Теперь попробуем сделать молоток. Создать. Вот этот хотя бы. Один. Ржавый молоток. И сейчас я попробую его этим молотком, блин. По крайней мере, хотя бы посмотрим, сколько он урона наносит. 200 хп у него. 200, ребята. Чего? А что, ты больше не будешь делать суперудара своего? Ага, вот так вот, если только бегать вокруг него. Все, я понял. Да, только вокруг него если бегать, нормально будет, ребят. Губошлеп, а? Ты посмотри на него. Ну давай свой суперудар-то делай. Я припарюсь, конечно, бомбить его, ну ладно. О, молоточком-то посерьезнее. Молоточком посерьезнее урон идет. Так. Главное, вспышку не это. Не пропустить, а то можно такую плюху отгребсти. Ты же видел, как он наносит урон своей суператакой. Еее! Отдай сюда, что у тебя там лежит. Так, батарейки мы забрали у него. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Отлично. Так, а здесь можно пройти? И что у нас тут интересного есть? Ничего, тут просто зона отдыха была. Ну и можно, конечно, ее покинуть и уплыть. Так, эти батарейки нужны Рио. Пойдем отдадим. Мне-то они, наверное, не нужны, хотя кто его знает. Ну, держи свои батарейки. Спасибо за батарейки, я без пульта как без рук. После твоей зачистки в отеле стало так тихо. Надолго ли? Есть шансы, что они не восстанут вновь. На других островах тоже зомби? Интересное явление, только вот босса уже давно нет в отеле. Он уехал до этого происшествия. Возможно, он что-то знал. Я узнаю, у кого можно спросить, в отеле проживала ученая, которая сюда прибыла на военном корабле. Возможно... А это как-то связано. Вот, держи ключ от кабинета босса. Найди там его координаты. Ее зовут Эллен Броди. Будет время проверить, заходи. А это тебе от меня за труды. Так, слушай, а кабинет... Где-то я же видел кабинет. Мы туда, правда... О, предмет в храни... Блин, в хранилище. Эта штука нам еще... Так, пойдем, короче, мы глянем. Блин, кабинет. Где-то же я видел кабинет этого. Вот здесь, по-моему, да? Вот он, кабинет босса. Сейчас мы посмотрим координаты. Ой, ёк-макарёк. Пугало огородное. Слушай, да я возьму, наверное, рыбу эту съем. А на складе, где там склад-то у нас? Что-то за мной бежит, что ли? Где этот склад? Блин, я совсем забыл. Ну где этот склад-то, который...
А, вот, хранилище. Так, у нас есть... Давай-ка я, наверное, самопал возьму нафиг. Я сейчас ему... Быстренько тут зубы пересчитаю. Где ты там? И сюда. Фу, совсем другое дело, ё-моё, ребят. Три выстрела и готов. Так. Задание выполнено. Координаты мы типа нашли. Так, что еще тут есть? Канистрочка. Помойка. Подожди-ка, помоечку можно обшмонать. Да не надо мне стол, помойку обшмонай. Вдруг там что лежит. Так, здесь пусто. Подожди, а ты что, не можешь больше взять, что ли, стрелы? Можешь. Это меня что, уже на выход, что ли, ведут? В общем, мы нашли координаты Броди. Секешь, да? Подожди-ка, у нас же тут вроде бы где-то магазин стоял за монетки отовариваться. Или я путаю что-то? А, вот он, автомат этот. 41 монетка. 10. А, тут... У меня всего 4 монетки. Ух ты, рюкзак неутомимого оптимиста. 8 слотов. Вот это да, ребята, вот это круто. Ну, 100 монет собирать. Это надо сюда приходить и фармить. Фармить, фармить, еще раз фармить. Листок с координатами. Листок с координатами. То есть, сейчас, по идее, нам должны показать на карте. Торговая баржа стала доступна для посещения. Остров Шелл-Бич полностью восстановился и будет доступен для повторного прохождения через каждые 16 часов. Торговая баржа. Ну, здесь это торгаш у нас, это я понял. А где Шелл-Бич? Так-то плот. Каучуковая ферма. Починить гарпун, вернуться на плот. Фига тут гроза. Ё-моё, это что за аномалия? Поплыл-ка я нафиг на плот, наверное. Слушай, а почему не показали мне? Ведь координаты же есть. А мне не показали, где этот остров новый. Сквозь помехи слышен тихий голос. Ага. Это ученая Эллен Броди. Слышу вас прекрасно. Везде зомби. Скрывать уже нечего, да и мне нужна помощь. Приплывай на остров отходов, и я тебе все расскажу. Только подготовься, тут полно много зомби. Советую сделать побольше бинтов и захвати с собой что-нибудь съестное. Я очень сильно проголодалась. Нужно свериться с картой. Ну вот, ребята, вот она, девчулечка-то. Раскололась. Сама меня позвала к себе. Так, ну что, я хочу сделать гриль. Нам нужно для задания сделать гриль. Построить. Установить его куда можно. Вот здесь пускай будет. Завершить. Завершить. Так, первого этапа мы получили копье, получили броню, видимо. Тут нам дадут лук и подштаники. Правильно я понимаю? Так, сейчас мы выложим с тобой горючку, все это. Горючее. Так, монеты нам пригодятся, листочки. Так, молоток, бритва. Че, хочешь сказать, что у меня все забито, что ли, уже нет? А это что у нас? Набор для ремонта обычной экипировки. Применяется на ремонтном столе. Ага. Так, монетки отеля мы выложим пока. Стрелы для гарпуна. Гвоздь. Сюда.
металлолом сделали. Так, костыль сюда. Нам нужны, короче, гвозди. Слиток железа. Чтобы слиток железа сделать, мне кажется, это нужно делать плавильню. А плавильня у нас недоступна пока еще. Она будет доступна на 11 уровне. Лесопилка у нас есть. Ткацкий станок. Дожди... Вот, кстати, ткацкий... Блин, а я костыль отдал. Да ядрен ты матрен, а ну... Понятное дело, что ткацкий станок будет делать нам нитки и все тому подобное. Вот. Вот что мне нужно. Копье. У него 10-12 урон. Конечно, меньше, чем, по-моему, молотка. Ну, я надеюсь, что он как бы быстрее будет им работать. Да? Да. Теперь посмотрим, что у нас тут с грилем. Жареная сельдь. Тут нужно улучшить. А что для этого, чтобы улучшить? А, требуется уровень 12. Все, я понял. Сельдь мы пока не можем сделать. Во-первых, у нас и сельди нету, как ты видишь. Ну и, конечно же, нет дров. Но я, по-моему, могу создать удочку и сам наловить сельди. Ведь так? Так издевается, а? Что там для гарпуна-то нужно еще? Тоже гарпун этот, блин. Тут тоже костыли, нитки нужны, шестеренки. Доски. Досок тут надо вообще не верен, ребят. От слова офигеть, как много нужно досок. Это мало того, чтобы гарпун сделать. Так, нам еще нужно расширить наш плот. И, кстати, 12 уровень нам нужен, да, чтобы там следующее улучшение было. А у нас пока 11. Ну, левел был, благо, тут очень быстро копится. Так, это я не буду ящик брать. Давай, все. Забираемся, заказываем. Что заказываем? Заказываем доски. 7 досок еще в плюсе будет. Так, по поводу воды. У нас нет бутылок. Энергетик, он что делает? А, восстанавливает 50 единиц энергии. Вот что он делает. Мне кажется, надо еще, наверное, один ящик. Или плот расширять, или ящик делать. Блин, доски не хватает. Награда за стойкость. Пластик. Если бы ящики хотя бы плыли... О, бочка. Так, лист пальмы плюс картофель. Слушай, а на гриле же... А почему я на гриле не могу, например, картофель делать? А нет, могу. Чё-то я не могу-то. 3 картофеля могу заказать вполне. Чё это я сам себе наговариваю? Так, давай. Сюда. И все, что ли? Доски кончились, блин. Почему тут музыка играет, а в самой вот игре, когда мы там шуркаемся, бегаем, музыки нету? Обидно как-то. Гамачок бы еще, да, сделал бы себе, чтобы здоровье могли восстанавливать, когда приплываем сюда обратно на наш плот. Это было бы круто. Чтобы элементарно экономить аптечки. Так, вот здесь я просто хочу немножко расширить, ребят. Так, так. Не-не-не-не. Да ну, что ты делаешь-то? Поставь на место.
Все, ребят. Ну что, давай-ка мы, наверное, на сегодня закончим с тобой. Ух ты. А что вот это вот такое? Что это за монетки? Для чего они вообще нужны? Я уже не один раз их получаю, и куда-то они улетают. Они, наверное, улетают к нам вот сюда. Сейчас мы хоть посмотрим, что это за... Их нету здесь. Получить. Опа, еще сундук. Ой, красота, шлем. Нифига себе, арбалет. Четко. Вообще красавчики. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, сегодня мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.